для того, чтобы разработать в себе, вот развить эту способность чувствовать свой внутренний голос, почаще прислушиваться к своему телу. Когда тело радуется, когда ему тепло, когда ему хорошо, когда все в порядке, то идите, значит, это дело стоит того. Я вам приведу такой пример. Некоторое время назад один человек, допустим, да, не будем называть его имя, ну вот он буквально настоятельно хотел подписать со мной контракт, а мне вот не хотелось этого делать. Вы знаете, вот, ну не хотелось, то есть вот, мое тело не хотело, оно упиралось буквально, ему не хотелось туда ехать и так далее, и так далее. И действительно, так оно и оказалось. Это оказался человек недостойный, и, в общем-то, если бы я подписала с ним контракт, то ничего кроме проблем лично у меня бы не было. То есть речь идет о том, что прислушивайтесь к своему телу, да, оно действительно чувствует очень многие вещи. А что касается сердца, тут, друзья мои, это просто клондайк, потому что ваше сердце, оно все чувствует, особенно сердце женщины. Боже мой, мы же все феи и волшебницы, особенно женщина-мать, особенно женщина-любящая. Всегда прислушивайтесь к своему сердцу. Если сердце, что называется, ёкает, да, если какая-то интуиция, что-то, оно сжимается, значит, есть какая-то опасность, значит, есть какая-то опасность, нависшая над близким человеком или над собой. Что делать в таких случаях? Конечно же, как только вы чувствуете какой-то дискомфорт вот здесь вот, в области сердца, да, это очень важный центр, энергетический. Сразу что вы можете делать? Сразу же читайте молитвы, читайте мантры, которые вы можете, да, вот просто защитные, даже просто вот самая первая молитва, которая вам придет в голову, читайте для того, чтобы защитить себя или своих близких. Также есть прекрасная аффирмация, которую я постоянно говорю на своих семинарах. Напоминаю людям, да, как только вы беспокоитесь за своих родных, за своих близких, сразу скажите: «Я и все члены моей семьи находятся в полной безопасности всегда». Так оно и будет, и так оно и есть. Пожалуйста.